привет! Меня зовут Кристина Корс. Сегодня я буду делать снежного лизуна. По-другому говоря, он называется лизун с шариками. И так как вы хотели снежного лизуна и лизуна без тетрабората, то в принципе это два в одном. Поэтому если хотите узнать, как его сделать, то смотрите дальше. Вот такой вот он классненький. Для приготовления нашего лизуна нам понадобится клей, не ПВА, а прозрачный. У меня вот такой фирмы подходит, не все, как я говорила в прошлом видео. Также нам понадобятся вот такие вот шарики. Вы можете взять их из подушек антистресс, я, собственно говоря, их оттуда и достала. И персил нам понадобится. То, где мы будем все это мешать, и ложка для смешивания. Итак, теперь добавляем наш клей. Вот столько у нас получилось. А теперь нужно взять краситель, его нужно буквально 4 капли. 1, 2, 3, 4, 5. У меня получилось. Красиво. Ну, получается, знаете, очень такой красивый цвет. Посмотрите, какой красивый цвет у нас получился. Теперь нужно добавить персил. Понадобится примерно 1 столовая ложка. И теперь можно заметить, как он начинает сворачиваться. Мы решили, что мало, и нужно добавить еще где-то половину. Вот наш лизун, он огромный на самом деле. И теперь нужно его прыхнуть вот сюда. О, смотрите. Сверху. Вот наш лизун. Такой прикольный. Да. Все нормально. Вот такой вот классный снежный лизун у нас получился. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте палец вверх. И подписывайтесь на мой канал. И пишите в комментарии, какие бы вы еще хотели, чтобы я лизуны сделала. Я обязательно все сниму. Всем пока!